И сегодня же глава государства принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул хорошую динамику развития казахско-узбекского сотрудничества по всем отраслям, отметив, что Казахстан готов и впредь поддерживать инициативы Узбекистана. В свою очередь глава МИД поблагодарил президента за теплый прием и передал наилучшие пожелания Шавката Мирзиёева. Во время встречи стороны рассмотрели вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, поиска новых точек роста и увеличения объема товарооборота между двумя странами. Последним поспособствует новая железнодорожная линия Дарбаза-Махтарал с выходом на границу Узбекистана, строительство которой началось в ноябре прошлого года. Укрепить взаимодействие двух стран поможет и развитие транскаспийского международного маршрута, отметил глава нашего государства. В завершение стороны рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий.